В игровом наборе The Sims 4 в ресторане вы можете построить ресторан и управлять им. Наймите персонал, выберите идеальное меню и обслуживайте клиентов по высшему разряду, чтобы получить прибыль и завоевать репутацию. Добро пожаловать в местное бистро Soul Soul. Главный секрет успешного ресторана – довольные посетители. Начать стоит с выбора подходящих работников. У входа в ресторан администратор встретит посетителей и выберет для них столик. Обслуживающий персонал резко бегает по обеденному залу. Опытный шеф-повар выведет ваш ресторан на новый уровень. Как владелец ресторана, вы просто обязаны следить за поведением персонала. Указывая персоналу на ошибки, вы можете их исправить. А получив бонус «Вдохновляющая речь», вы можете подбодрить персонал, когда им необходимо произвести впечатление на строжайших критиков. Рестораны оцениваются по 5-звездной шкале. Факторами для оценки являются обслуживание, атмосфера и еда в ресторане. Чем лучше звездный рейтинг ресторана, тем больше бонусов вам будет доступно. Если вы хотите нанять дополнительных работников или получить скидку на продукты, стремитесь к 5-звездному рейтингу. Вы будете получать оценки с каждым оплаченным счетом от посетителя. 2 звезды? Прочитав отчет о рейтинге, вы узнаете о состоянии дел в ресторане и об областях, которые стоит улучшить. Это бистро следует преобразить. Новый аквариум отлично вписался. Вы даже можете изменить вывеску и указатели ресторана. Вуаля! Чтобы улучшить ресторан, просто свежей краски будет недостаточно. Выбор нового меню станет простым и безошибочным вариантом, если вы планируете трансформацию своего ресторана. Сможете выбрать каждое блюдо по отдельности, от закусок до десертов. Благодаря этому экспериментальному блюду ваше меню будет разительно отличаться от других. Пора приодеть персонал и подготовиться к торжественному открытию. Новое меню пользуется популярностью, но давайте еще немного улучшим наш ресторан. Являясь владельцем ресторана, вы можете общаться с посетителями и даже угощать их бесплатными блюдами. Такой индивидуальный подход может повысить рейтинг вашего ресторана. Это не ресторан или критик там сидит? Без проблем. Владелец ресторана может порекомендовать превосходное блюдо. И что самое важное, доставить его из кухни на стол в считанные секунды. Работа бистро Soul Soul наладилась, и пришло время расширяться. В The Sims 4 в ресторане вы можете строить рестораны, а также владеть и управлять ими.